Ребята, вы заметили, как поменялась риторика 95-го квартала? Раньше они высмеивали депутатов вороватых, чиновников и так далее, олигархов вот этих зажравшихся. А сейчас они перешли на простой народ. И это прощать нельзя. Вот эту их выходку, как они высмеяли девочку со Скадовска. Вы видели там полный зал людей, которые ржали? Над чем? Над людьми, которые в оккупации находятся? Вы смеетесь? Мне так нравится, как одна сторона кричит: «Да успокойтесь вы! Никто не ущемлял никогда русскоязычных!» Тут вы показываете на весь мир, как ржут. Неправильно разговаривала девочка. Не на щиро, не на чисто украинском языке. Да сколько можно уже, а? С чего вы смеетесь? Вы лучше Кашевого фотографию показываете и ржите над ним. Показывайте вот этих своих, которые сейчас в Верховной Раде, которые воруют. Вы же над ними не хотите смеяться, правильно? Бо нельзя. Потому что кто финансирует, а, ваш 95-й квартал? Просто сором и ганьба. Отстаньте вы от народа. На каком языке и диалекте хотим, на таком и будем разговаривать. Не вам нас учить. Смеются над людьми, которые в оккупации. Это ж пиздец.